Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! И сегодня мы решили себя побаловать салатиком, который называется «Курица под снегом». Поздравляем вас с Рождеством! Желаем всем-всем-всем крепкого здоровья, счастья, тепла, уюта, побольше радости! Я приступаю к приготовлению салата. Для салата мне нужна будет луковица, грудка, не принципиально, можно любую часть курочки брать, картофель, сыр, яйца, уксус, сахар, майонез, соевый соус, горчица, вода, специи, соль, масло. Для того, чтобы обжарить курочку, мне нужно порезать луковицу на две части и нашинковать для того, чтобы замариновать. Вот такие полукольца у меня готовы. Кладем их в тарелочку. Засыпаем сахаром. Я полложечки взяла. У меня 70%. Я тоже полложечки беру. И заливаю кипяченой водой. Лук покрыт водой. Оставляем промариноваться. Я беру куриное филе. И мне нужно нарезать. Немного солим, добавляем перчик черный, значок тушеный, перемешиваем. Сковорода, кстати, со светофором. И обжариваем на сильном огне в течение 3-4 минут. Три минутки обжарили и добавляем соевый соус в ложечку. Смешиваем. И еще 2 минуточки обжариваем соусом. Курочка моя готова. В меру перченая, в меру соленая. Все в меру. Теперь нужно подготовить ингредиенты. То есть почистить картофель, почистить яйца. Сначала первый слой я смазываю немножко майонезом. Теперь я натираю на крупной терке картофель. Когда я варила картофель, я его подсаливала. Первый слой картофель, второй слой мы добавляем горчицу. Я вот взяла чайную ложку полную с горкой. После горчицы кладем мясо. Сцеживаем лучок. На мясо кладем маринованный лук. Если вам не нравится крупно порезанный, порежьте помельче. Мне нужны будут желтки. Добавляем сверху лука майонез. Тру желтки. Теперь нужно их немножко смазать майонезом. Теперь натираем сюда сыр. После сыра мне нужно хорошо смазать майонезом, потому что у меня остался последний слой, который будет изображать снег. И последний слой трем белки. Имитируем снег. Распределяем по всему салатику снежок. Салат готов. Нам остается попрощаться со всеми. Пожелать всем еще раз крепкого здоровья, никогда не помешает, отличного настроения и всего наилучшего. Всем пока-пока, увидимся. Не забываем дать салату настояться, иначе он будет не такой вкусный.